Это видео кратко расскажет про особенности «Калибра». «Калибр» — это игра про оперативников и их командное взаимодействие. Каждый оперативник — это мини-игра. У одних бойцов большой боекомплект, но они менее подвижны. Некоторые успешно работают на большом расстоянии, но слабы вблизи. Другие же хороши своими умениями, но не очень эффективны без них. Для победы в «Калибре» важно знать как плюсы, так и минусы каждого бойца. Ресурсы даются игроку на весь бой, а не на раунд. Важно грамотно ими распорядиться. Например, боекомплект. При перезарядке состояние магазинов сохраняется. Пополнить боекомплект можно с помощью специальных ящиков. В течение боя им понадобится время на восстановление. Также у каждого оперативника есть выносливость. Она тратится, когда боец бежит или использует способности. Не стоит торопиться. Используйте выносливость грамотно. Это может переломить ход битвы в один момент. Карта. На ней есть разрушаемые объекты. В ходе боя они не восстанавливаются. Некоторые расстреливаются пулями. Иные укрытия можно уничтожить только тяжелым вооружением. А есть и такие, которые взрываются и наносят урон. В «Калибре» победа строится на основе принятых решений. Удачи в бою!